Блогер и певица Ольга Бузова обозвала Ксению Собчак бабулей. Все из-за путаницы с CD-диском, пояснили они обе в своих инстаграм-сторис. Все началось с того, что несколько дней назад Бузова презентовала именную палетку теней для макияжа, стилизированную под альбом под звуки поцелуев, квадратной формы и с той же фотографией. Такой подарок получили многие блогеры, и коллеги Ольги пошел в бизнес, в том числе и Ксения. И только Собчак не показалось странным, что ей прислали музыкальный альбом, вышедший причем еще в 2017 году. Телеведущая заявила, что она следит за творчеством землячки и поздравила ее с развитием. Что, вот мне от Ольги Бузовой пришел подарок. Олечка, ну что, слежу. Не знаю, буду ли слушать, потому что я не уверена, что у меня вообще есть дисковод. Но фотография очень красивая. И, конечно, приятно, что ты вот так вот развиваешься. Пошла искать CD-проигрыватель. Сказала Ксения. На это быстро отреагировала Бузова, выложив у себя поздравительный ролик с подписью. Ружу страшно. Тогда Собчак поняла свой провал и поспешила обо всем рассказать подписчикам. «Я поняла, ты хочешь еще CD-диск с моими песнями», – добавила она. Друзья, что вам сказать, «Ебать, я лох» называется. Вот прислала мне Бузова CD-диск, вот, который оказался не CD-диском. Вот сейчас она мне позвонила и говорит: «Ксюш, ну ты бабуля просто, это вообще не CD-диск, а палетка». Вот. Ну, это очень в моем стиле, надо сказать. Что отличает пожилого человека? Вот он видит такую штучку, он сразу понимает: так, это CD-диск, певица. А это, ребят, палетка, понимаете? Это, конечно, только я могла перепутать палетку с диском. Ну, очень в моем стиле. Больно. Но зато from the bottom of my heart, мой инстаграм полон тобой. Буду вот эти вот, особенно синие тени, обязательно. Спасибо, что досмотрел видео до конца. И если оно показалось тебе интересным, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А еще обязательно переходи вот по этой ссылке. Там еще много чего интересного для тебя. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.